Эй, всем привет, друзья, меня зовут Николай. Сегодня мы вместе с вами попробуем дичайший кальмар. Дичайший кальмар, который называется ультрамарин. Ультрамарин, кальмар, тушка и филе без кожи, натуральный с добавлением масла. Консервы, друзья мои, консервы, то, что надо для счастливого ужина. Вот этим я сегодня буду ужинать. Консервы из кальмара стерилизованные, тра-та-та-та-та. Кальмар, кусочки произвольной формы, 50%. Вода питьевая, масло растительное, соль пора. Первый раз вижу, что добавляли растительное масло в кальмар. Вообще это странно, да. Ну, возможно, ничего получится. Произведено это все в городе Калининграде, улица Солдатская, дом 7. Все заходите в гости. Всем привет из Калининграда. В Калининграде. Как там у вас с кальмарами? Сейчас мы это и узнаем. Вот так выглядит, мощно выглядит эта упаковка кальмарная. Ненавижу вот такую открывашку, но что делать? Проверяем срок годности. Можно ли это еще есть? Да, можно. Есть можно. Вот эта открывашка, она все время брызгает и все вокруг разбрызгивает. Ну ладно, попробуем. Попробуем, пушистые коты. Блин, ну ребята, это, смотрите, оторвалось. И что мне теперь делать? Я весь в этом масле, блин, пахнет семечками, кальмар, который будет пахнуть семечками. Ну отлично, нет, вот что делать с этим, а? Вот что мне с этим делать? Я выливаю это все в раковину сразу, коль уж я сделал такую дырищу. Беру свою открывашку и буду сейчас все открывать. Ну что делать, идиотская, блин, тут уже придется вот обычной открывашкой фигачить. Не, в следующий раз я просто сразу буду обычной открывашкой фигачить, без вот этой вот идиотизма этого местного. Да, друзья, не зачет. Мало того, что они сделали хреновую штуку, так эта штука, она еще и оторвалась. Блин. Вот собаки. Ну ладно, открываем, смотрим, как оно. Что там внутри-то? Очень мелко нарубленный кальмар белого цвета. Ну это уже мой косяк. Что ж у меня тарелочка? Что же такое сегодня просто вот происходит, а? Скажите мне, уважаемые друзья. Сейчас, секунду, надо это вытереть. Блин. Вот ведь незадача. Хорошо, что на стол не попало, а только все тут по местности раздербанилась. Ну, тоже неприятно, безумно. Пытался я вам показать. Да, там воды еще дофига, она вся не вылилась. Вот так выглядит кальмар, в общем-то. Давайте уже я его попробую. Да. Зачем они масло добавляют? Масло, в общем, не делает этот кальмар вкуснее. Весь кальмаровый вкус забит маслом. Это сам кальмар пересушенный, белый, знаете, я их называю отбеленным. Да. Я понял, зачем они масло добавляют. С ним этот кальмар не такой сухой, не такой противный. В итоге, да, с маслом есть можно, но в итоге нет вкуса кальмара. В общем, друзья мои, ультрамарин не самый лучший кальмар, далеко. Он очень такой вот, я его называю отбеленный. Это сильно замороженный кальмар. На вкус он очень такой, как резина. Ну, 4,5 из 10. 4 из 10 я бы ему поставил, да.
Большое спасибо, жду ваших предложений, а я буду продолжать тут уборку. Пока.